Бой за первое место. Приготовится Фликов Марков. Бой. Если без оценки. Замечание бойцу с синим поясом за выход за пределы ковра. Вал бойцу с синим поясом ударкой в голову. Один балл бойцу с красным поясом. Вал бойцу с синим поясом ударкой в голову. Вал красный. Вал бойцу с синим поясом. Счет 2-0. Вал бойцу с синим поясом ударкой в корпус. Вал красный, стоп! Предупреждение бойцу с синим поясом за выход за предел ковра. Счет 4-0. Вал синим. Повторно приглашает. Счет встречи на 0. Предупреждение бойцу в синий пояс, за выход за предел ковра, один балл бойцу в красный пояс. 41 балл. Давай, 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 все! 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 Все!
Ковер четыре. Хорошо! Балбойцу с красным полосом. Снова время встречи. Арушев. Терехин Андрей. В этом поединке со счетом 6-9 победу одержал.